Вот такой интересный экземпляр фаленопсиса попал мне в руки. Вот все-таки неубиваемое растение. Он пытается растить новые корни. Вот их видно. Веломен на старых корнях практически засох, ну и уже свою функцию не исполняет. Пытается выращивать новые корешки, чтобы как-то питаться влагой из воздуха. Неубиваемое растение, просто неубиваемое. Хочу дать ему шанс на жизнь и пересадить его. Обрежу стволик, так примерно, и посажу в новый грунт. Для начала мне нужно освободить его от горшка. Я думаю, этому растению лет 7 или даже 8. Судя по огромной корневой системе, которую он нарастил. Ну вот, мне удалось освободить растение из горшка. Теперь я обрежу его. Примерно на этом уровне. Нижняя часть мне уже не понадобится. Я думаю, хозяйке тоже. Хотя, в принципе, ее можно было бы посадить. И там вот даже детка какая-то проклюнулась. И возможно, что она дальше продолжит жить. Но я, скорее всего, ее просто-напросто выкину. А верхнюю часть я посажу в тот же горшочек, в котором она росла до того, как я ее из него извлекла. Берем корицу и обрабатываем срез. А также у меня травмированы корни. Когда я вытаскивала орхидею, мне пришлось их обрезать. Срез этих корней я тоже хочу припудрить корицей. Вот так. Теперь можно сажать. Берем горшочек, немножко положим вниз коры. Аккуратно помещаю корни орхидеи в него, стараясь поместить орхидею по центру. Так не очень получается, но пробую. Так, выдвину. Наверное, придется их как-то скрутить немного. Не очень боюсь их травмировать, потому что они и так уже не особо жизнеспособные. Так, ну вот, как-то так. Шейку низ глубоко не заглубляем, для того, чтобы она у нас начала гнить. Так. Так. Ну и засыпаем теперь свежим субстратом. Так. Стараемся занять все промежутки, чтобы не было пустых мест.
Шишка. Шишка-то лишняя. Я субстрат делаю сама. Собираю в лесу сосновую кору, измельчаю ее и в нее сажаю орхидею. Как-то дополнительно я его не обрабатываю. Раньше обрабатывала, а сейчас подумала, что нет такой необходимости. Так, ну, собственно говоря, вот так. Орхидея посажена. Почти посажена. Вот я вижу там пустые места сейчас. Угу. Ну, вот так. Теперь точно. Еще немножко добавлю сверху коры. Не совсем по центру получилось. Корни все-таки не дали. Ну вот. Орхидейка пересажена. Так, я загораживаю. Решила посадить и эту маленькую детку. Дать ей шанс. Выживет, так выживет. Не выживет, не выживет. Вот. Обрезаю. Кардинально все корни, потому что они ушли глубоко в грунт. Ну, эта часть уже точно идет в мусорное ведро. Хотя и она, возможно, смогла бы дать какое-то потомство. Но места у меня лишнего в доме нет, поэтому экспериментировать не буду. Ну, а вот эту вот кракозябру попробую посадить. Длительные обрезки. Остался вот такой вот пенечек. У меня какое дополнительное фоновое музыкальное оформление в виде петуха. После дополнительной обрезки у меня остался вот такой вот пенечек с маленькой деточкой и практически высохшими корешками. Вот это тоже нужно удалить, он все равно уже работать не будет. Фаленопсисы очень живучие растения. Я надеюсь, что вот в таком виде он у меня приживется и начнет цвести в конце концов. Припудриваю все срезы корицей. По размеру горшок, и сейчас таким же образом я посажу сюда вот этот вот кусочек орхидейки. Ну вот эта малышка тоже посажена на поверхность субстрата этих орхидей. Я решила положить мох сфагнум, это для того, чтобы он препятствовал быстрому испарению влаги из горшочка, и орхидейка дольше оставалась влажной, и реже нужно было ее поливать. Вот теперь точно все. Посадка закончена. Мох положен. Будем расти и, надеюсь, цвести.